No, ha un cazzo di HP tipo 10. Qua dentro. Vai. GG. Bravo, però sei giocato bene sto partita. Lo so. Всем привет, дорогие друзья, это Apex Legends, и сегодня мы поиграем за Lifeline. Прыгнули мы на локацию Высокая пустыня, сейчас мы здесь постараемся быстренько залутаться. Походу с нами никто особо из врагов не прыгнул за нами, так что здесь, наверное, мы все спокойно залутаем. Так, возьмем тут броню, хотя бы первую. Поначалу и будем продвигаться немножко дальше. Вот, играю за Lifeline, она является медиком. Соответственно, она может быстро поднимать своих тиммейтов, если надо. Вот, ну и ставит, соответственно, защитный щит, если это, скажем так, будет в перестрелке. Он очень сильно поможет. Вот, так как у нас особо аим не очень хороший, будем помогать нашим тиммейтам выживать. Вот. Сейчас соберем здесь. Так, дробовик. Ну, дробовик возьмем. Автоматический дробовичок. Им очень хорошо шатать людей. Шатать людей на очень близких расстояниях. Так. Примерно так. Ускорим нашу ульту. Вот. Это нам даст шанс быстро вызвать нам авиадроп, с которым мы сможем что-нибудь дополутать. Так, ну что, в принципе, здесь мы все полутали. Я немножко упакован, хоть и по первому уровню, но шанс уже выжить есть у нас. Ну, побежим за нашими тиммейтами. Надеюсь, что наши тиммейты особо тупить не будут. Ну, как и я тоже, конечно. И, так, у нас тут батут кто-то поставил. Так... Что здесь? Мне что-нибудь оставили? Есть что-нибудь интересное, что-нибудь вкусное? Так, ну, для нашего тройного эффекта есть. Есть оружие, но патронов для дробовика не очень много, но я думаю, мне этого вполне хватит. Так, тройной эффект. Одна из моих самых любимых пушек. Она очень хорошо стреляет на дальнее расстояние, если поставить еще к нему прицел. Ну и на близкие тоже. Я бы немножко даже сравнил ее с дробовиком. Но в данном случае, если стрелять, попадать в голову, эта пушка наносит очень большой урон. Так, ну что ж, давайте сейчас смотреть. Так, медикаменты. Так, это мне не нужно. Скалпел, сэр, мне не нужен. Так как эти оружия я не буду пока использовать, будем бегать с данным нашим видом вооружения. Так, ну, в принципе, все нормально. Так, взять. На дальнее расстояние, чтобы стрелять. Ладно, возьму. Так, сделаем так, чтобы мне отсюда выкинуть. Чтобы выкинуть-то отсюда, даже не знаю. Ладно, патронов у меня и так хватает. Перелаживаем сюда. В принципе, на дальнее расстояние мне сейчас не понадобится прицел, чтобы стрелять. В основном сейчас, наверное, будут на средних ближних дистанциях, если кто-то здесь появится. Потихонечку улучшаем наш дробовичок. Опа, хорошо. Вот и появились наши друзья. Так, сейчас попробуем через верх пройти. Если есть возможность, всегда занимайте позицию повыше. Это поможет вам, скажем так, выиграть. В некоторых ситуациях вы будете над своими противниками. Так. Блин, ребята, вы что-то очень далеко забежали от меня. Ёлки-палки, я пока до вас добегу, так вас там всех убьют. Ну вот, как раз-таки будем отыгрывать свою роль, будем поднимать вас. Понял. Бегу. Бляха, добили. Ладно, сейчас подымем. Так, все, прикрываем. Я не пойду пока в ближний бой. Я думаю, пока он справится. С этой стороны кидану гранатку.
Здесь немножко мы его прикроем, пускай восстанавливает себе. Ну-ка, есть кто? Прощай, бамбузел. Так, бамбузел. Так, где второй? Вот еще один. Все, убили, отлично. Команду расшатали. Доставить к маяку. Так, жетон взяли своего тиммейта. Так, что у нас здесь у врага? Отлично, он нам принес рюкзак. Так, что еще у этого есть у нас? Ой, хорошо, хорошо, щит есть. Ну все, более-менее упакован. Где-то по второму уровню осталось только фиолетовый, что-нибудь залутать. Так, ну что ж. Так, наш вызывает нашего упавшего товарища. Ну, мы им тут киданем дроп. Мало ли что там интересного будет, не может. Наши тиммейты залутаются. Все как бы для них, для самых лучших, так сказать, бомбардиров нашей команды. Так. Ну, ребят, будет кто брать? Нет? Вот я сам себе возьму. Так, ну, в принципе, это она мне не нужна была. Так, походу, никто не будет брать. Ладно, шлем возьму я. Так, ну, команда у нас, в принципе, нормальная. Но сейчас пойдет сужение зоны. И, походу, они будут там в зоне лутаться. Ну, давайте мы, я немножко тогда отбегу вперед. Ну, как немножко. Попробую прикрыть их, если что. Вот так, что давайте-ка будем бежать. Неохота, неприятно из зоны выбираться, тем более, если тебя заметят. Могут также принять в самой зоне враги. Ну, а мы добежим и попробуем подождать их там. Так. Может, что-нибудь по дороге залутаем. Так. Ничего интересного, здесь уже все залутано. Так, что там у нас по показателям у наших братюнь? Походу, они там еще лутаются, подбирают. Ну, хорошо. Мы сейчас где-нибудь в домике заныкаемся и потом пойдем ближе. Так, в принципе, у нас все нормально. Выживаем. Ну что, жду здесь своих братюнь. Блин, а вот уже тишина. Это мы расшатали команду одну. И, в принципе, здесь нам по дороге больше никто не попался. Так. Вот это уже интересно. Ну-ка, стоп. Угу. Так, здесь у нас шлем третьего уровня. Ну и, наверное, я возьму оптику снайперскую. А эту я выкину. Все-таки эта оптика очень хорошая, с инфракрасным излучением. Будем видеть через дым всех, если кто-то захочет в дыму спрятаться. Так, через минуту у нас сужается круг, пока снимем нашу оптику. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного нет. И пойдем дальше. Так. Так, кто стрелял? В кого стреляли? Так, никого нету. Так, это что, наш стрелял, что ли? Ну, в принципе, он привлек к нам внимание. Возможно, сейчас к нам придут какие-нибудь вурдалаки. Давайте-ка вызовем, посмотрим, что у нас будет в этом дроп-поде нашем. Какие-то затяжные катки, блин. В основном всегда как-то все динамично. Здесь у нас получается как-то тихо, но нормально у меня. Ой, хорошо. Фиолетовый рюкзак. Фиолетовая броня, все замечательно. Все складывается у нас хорошо. Так, предлагает нам идти дальше. Так, хорошо, пойдем. Как раз уже начинается сужение. Так, и мы пойдем в локацию двух холмов, по-моему. Или как-то так она называется. Так, у нас там контейнеры, но, видать, никто не хочет туда бежать. А, нет. Ну, хай лутается. У меня, в принципе, все у меня есть по луту. Вот.
Так, вот здесь вот на этих вот, на этой локации есть своеобразная или военная база, это или база, что там очень хорошо можно залутаться, если, конечно, уже ее не залутали до нас. Вот, или там кто-то есть из вражин. Сейчас будем смотреть. Соответственно, в close range мы не будем лезть. Будем стараться отстреливать всех сдалека. Как-никак, тройной эффект — это очень хорошее оружие на дальних дистанциях. Ну, я бы сказал, на любых дистанциях. Универсальное оружие. Одно из моих самых любимых. Сейчас глянем, что там в тех суплаях. И, короче говоря, в принципе, мы там лутаться не будем. Мы будем прикрывать наших тиммейтов. Займем какую-нибудь... Пометим щит здесь. Займем какую-нибудь высоту и будем... прикрывать наших братьев. В принципе, мы же саппорт, правда? В принципе, за лафлайн можно играть. Опа, так. Можно играть агрессивно, но если у тебя саим, так как у меня, проблемы. Стало быть, лучше держаться на расстоянии. Ну, где ты там его засек? Давай-ка вот сюда вот. Да, ребята, дайте мне, блин, Так, уже убили. Ничего, подыму, подыму. Да ты по... Ладно, по старинке. Не умеешь стрелять, бери больше гранат и звездочек. Вот так вот. Так, хорошо. Последний остался. Вот и все. Вот играем так, в таком стиле играем. Так, подымаем. Как видим, быстро поднимается наш тиммейт. Так, все, давай, лечись. Я пошел. А, так, стоп, стоп, стоп. Дай-ка гляну. Так, кину тебе дрона. Залечивайся. Пойду опять займу высоту. Стой, подожди. Ты его, надеюсь, воскресишь? Так, да, воскрешает его, все, хорошо. Прикрывать тебя надо, не надо? Так, вроде бы тишина. Так, у нас осталось всего 3 отряда. Глянем этот гробик. Так. О, чок. Отлично. Чок нам нужен. Так, тоже вот. Синий прицел самый классный в игре, я считаю. Так, ну нам надо сейчас, наверное, занять опять высоту. Вроде бы тишина. Так, глянем, что здесь. Нокаут-щит возьмем. И, в принципе, у меня все есть. Опаньки. Так. Уходим, уходим, уходим. Так, так, так. Надо занимать верх. Ребятки у нас залутались. Пока поперестреливаются, я думаю, у них все будет нормально. В любом случае, быстренько их подыму или попробую сдалека расстрелять. Так, ясно, один из них сдох. Из них, из нас. Из наших. Так, 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 так. Сейчас, 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 ребята. Сейчас все будет, сейчас все будет. Прикрываю. Надо стрелять с неожиданных мест. Да стой ты, блин. Коктан, блин, самый быстрый персонаж в игре. Попробуем, не попади. Ха! Граната-то попала, ясно. Ну, да, от гранаты ты особо не уйдешь. Поднимаем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да? Щит не получается, да? Блин, это хреново поставил джамп. Где, где? Да, вокруг бегаем, там прыгаем. Есть. Так, окей, окей, окей. Знаю, знаю, что лоу, блин. Не умеешь стрелять, бей с руки. Ребят, сейчас всех подниму. Сейчас всех сейчас подниму. Сейчас всех поднимаю. Всех поднимаем. Так, быстренько, все вместе встаем, блин. Сейчас дрона кину. Давай, хилься, хилься, хилься. Бляха, муха, сейчас подниму, ребят. Блин, сейчас. Ну хоть что-то у вас есть, успеваете, не успеваете прожать. Так, дрона. Дрон сюда, ребят, к дрону. Выживем. Выживем. С дроном мы выживем. Блин. Так. Ты рядом с зоной, так что давай, беги туда, я сейчас подниму тебя. Черт тебя подери, а. Сейчас все будем поднимать. Блин, у нас осталось 2 отряда. Надеюсь,
Последний отряд нас... Да, конечно, блин, они уже тут как тут, блин. Черт, 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 черт. Давай, 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 давай. Черт, нас прижали к зоне. Блин, два отряда. Мы остались одни. Так, поднимаем. Так, ну этого я уже поднять не смогу. Я не успею. Черт возьми. Дрона нету. Будем лечиться. Так, ну что, товарищ? Окей, в принципе, жетон его брать сейчас не имеет смысла, потому что нам негде. Негде будет воскресить нашего тиммейта. И нас, походу, зажали. Да, нас зажали. Очень хорошая сейчас позиция у нашего врага. Блин, хреново тебя видно. Так, давай-ка поставим прицельчик. Вот с этим прицельчиком мы очень хорошо будем видеть наших врагов. Вот он. Стой ты на месте, идиот. Ну, головку-то свою... Да, зря ты вышел, зря надо было здесь стоять. Есть. Нет, они все, они нас будут здесь держать. 25 секунд осталось. Они будут нас держать. И, соответственно, у них большое преимущество. Но в любом случае буду держаться до конца. Отлично, прямо в голову. Ну. Так, пошла, зона пошла. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, нашего убили, но все, я его уже не подниму. Пошла зона. Сейчас зона будет очень сильно. На, нахрен. Отлично, продамажил. Но он все равно успеет отличиться. Сейчас мне побыстренько отличиться. Но у меня две аптечки и один-два набора феникса. В принципе, должно хватить. И мне сейчас нужно будет на воздушном шарике долететь в зону как-то. Так. О, блин, а зря я, конечно, бегу брать баннер. Конечно, негде будет его возродить. Теряю зря время, не знаю. Сейчас мы полечимся еще раз. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. И я надеюсь, мне этого хватит, чтобы залететь в зону. Скорее всего, меня там будут ждать. Но я не сдаюсь. Все, до конца. Воюем, боремся до конца. Там он есть у нас, где можно возродить. Но, походу, меня туда не пустят. Не успеваю я. Успею, не успею. Ну, успею, не успею. Ну, ну. Да, бля. Все. Ну, второе место. GG. Нормально, хорошо сыграли, считаю. Кто-то ли, пацаны, наверное, стоят, смотрят, выжидают, а там вылетает труп, блин, из зоны. Суперски. Хорошо сыграли, считаю. Сколько я там раз? Раз 7, наверное, блин, поднял наших. Нормально. Нормально. 4 убийства. Для меня это нормально. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Всем пока.